Здравствуйте, друзья! С вами Рима, канал Рима Кухня Огород. Сегодня я буду готовить салат из капусты быстрого приготовления с добавлением болгарского перца, лука и моркови. Эти все овощи великолепно сочетаются между собой, а соль, сахар, уксус и подсолнечное масло только подчеркнет аромат и вкус этой маринованной капусты. Нам потребуется следующее. Овощи я перемешала. Капусту слегка придавливала я руками, как бы мяла руками вместе с перцем, с морковкой, с луком. Не просто мешала, а чуть-чуть придавливала капусточку как бы руками. Сейчас добавляем, согласно рецепту, соль и сахар. Так. Уксус. И подсолнечное масло. Сейчас еще раз я все перемешаю. После перемешивания капусты с овощами и солью, сахаром, маслом и уксусом получилась такая красивая и блестящая капуста. Перекладываю капусту в банку и так вот достаточно сильно я ее туда вот притрамбовываю. Получается вот такая вот капусточка. Готовая маринованная капуста, полноценный салат. Попробуйте, друзья. Вы не разочаруетесь. Это очень и очень вкусно.